Май месяц. Заплыв пошел. Перчатка. Перчатка. Все забрали. Ну еще что-нибудь скажите. Так, Ваня, давай сейчас кувалду, я сейчас пойду руль крутить. Будем заколачивать под колесо это, все пуховик снимать. Да что вы говорите-то, а? Короче, с первой дорожки заплыв Андрей Катков из города Краснокаменск. А это кто такой? Так, ладно, хули, поплыву за сборную Краснокаменска ночи. Очки даже снимать не буду. О, так, солнышко нам в помощь. Ладно, ребятишки, разбегайтесь. О, Ванюша без трусиков. Юбочку да пониже, Ваня. Так, людишечки. Так, первую дорожку мне. Освобождайте. Заплыв, Андрея. Ваня, на. Так, я пошел. Вот, клади пока здесь. Сейчас под то колесо положим. Так. Бля, кто-то мне в ботинок нассал. А, не видел? Телефон. О, чей телефон? А, дед. О. А у тебя 256, ага? Во-во-во, да. Давайте, давайте, еще. Еще, Андрей Анатольевич. Еще. Все, хорош. Я там поворот. Опа, давай. Убегает. Еще раз. Больше, значит, еще. Убегает. Еще, убегал. Поворачивайте. Камень этот нахуй надо убирать. Нет, вот заколачивай. Ваня, а может это? Наоборот. Заколачивай туда его. Кувалда или молоточка в центрак. Топориком. Где топорик? Сейчас, подожди. Ваня, вот смотри, ты хоть раз открывал двери, чтобы так. Вот такими. У него еще все впереди. Не каждому дано. Я русалка. Андрей Анатольевич, не позорь ты даже сухую голову. Ни хера тут, ну так вообще. И, опа, у меня носок, кажется, потерял. Вы что, позорники, даже из лужи выехать не можете? Нет, не можно. Позорники. 9 мая заставили батьку 20.